Добрый день. Сейчас я покажу, как выглядит новый диск E1F для Toyota Lexus и как именно его отличить от остальных аналогов, в том числе от подделок. Итак, вот он совсем свежий, значит, это 17-18 год. Год смотрят обычно вот в этом меню, кнопка DVD с картой. И вот тут видно, что написано 17-18 версия 1. Однако, я хотел бы сразу отметить, что вот эту информацию очень легко на диске подправить. Поэтому, если попадется недобросовестный продавец, то он, в принципе, может очень просто, там всего один маленький текстовый файл, исправить это в обычном блокноте и записать вам диск, указав здесь любой год, который ему захочется. Поэтому смотрите и проверяйте дальше. Теперь показываю, как именно это проверять. Допустим, вы хотите куда-то ехать, выбираете маршрут обычным образом, то есть кнопка Dest, вот, теперь адрес. И здесь вводим город, лучше выбирать самый крупный, например, Москва. Вот я его уже здесь выбрал. Так, и вот теперь смотрим вот на это число. Видите, количество улиц. Мы не выбираем пока улицу, просто смотрим количество. 7141. Так вот, именно это количество и показывает, насколько новый диск. То есть в каждом новом диске улиц становится все больше и больше. То есть, например, в E16 там было около 6000 улиц. В версии E1D было 7095 улиц. В версии E1F 7141 улица. В общем, проверяя это число, можно отличить, какая версия диска перед вами. Ну вот, что еще хорошего в этом диске. В принципе, все то же самое, что и в предыдущих версиях по функционалу. То есть он умеет показывать улицы с домами, с контурами, с номерами, даже с корпусами. Смотрите. То есть тут ничего такого революционного не случилось. Это уже было и в прошлых версиях. Но на случай, если у вас вдруг диск не такой, без цифр. И, естественно, русские название улиц обязательно. Так, телефон, конечно, не лучший вариант для съемки, но тем не менее. Вон улица на русском языке. Не может найти на резкость. Эх, телефоны. Так, вот. Вот. Ну видно, да? Вот такой вот он примерно диск. Так что кому нужен, милости просим. Заходите, запишем. Приезжайте в Сокольники. Буду рад помочь.